Сегодня в Чебоксарах начал работу Центр сертификации, стандартизации и испытаний Чувашии. Подобный центр позволит снизить расходы на проведение испытаний и сертификации своей продукции предприятиям республики. До этого дня, чтобы стать поставщиком крупнейших энергоснабжающих предприятий страны, чувашские компании вынуждены были вывозить оборудование на испытания в Москву, Санкт-Петербург, а в ряде случаев и за пределы России. Этот центр, он как бы независимый, он не является там собственностью какого-то отдельного предприятия. Этот центр построен, ну, кластером предприятий электротехнической промышленности Чувашии. Соответственно, мы его будем признавать, все испытания и измерения, которые будут здесь происходить, независимые, будем признавать их уже как к зачету, так скажем. Центр планируется аккредитовать таким образом, чтобы результаты его испытаний признавались всеми субъектами энергетической системы страны, а в перспективе и в зарубежных странах. Чувашия стала одним из первых регионов, который взялся за создание испытательного центра, призванного снизить издержки малых и средних предприятий. На оснащение центра на первом этапе затрачено более 100 миллионов рублей. Средства пришли из федерального бюджета. Закупку оборудования планируется продолжить и в последующем для того, чтобы проводить на базе центра весь комплекс испытаний электротехнического оборудования. В 2015 году по заявке Чувашской республики на дооснащение центра планируется направить еще 250 миллионов.